О, во, железо, наконец-таки. О, я уж думал, не найду его сегодня. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Самое обычное выживание в Майнкрафте. Фух, наконец-то я появился. Для начала, как обычно, конечно же, нужно срубить дерево. Без дерева мы с вами никуда абсолютно не продвинемся. Стоит пробежать немного вон в ту сторону, и, кстати, я уже вижу здесь коров. Это очень хорошо, коровы. Я очень скоро буду вас уже убивать. Как у вас дела? У меня тоже хорошо. Окей, сики, поехали быстренько сделаем себе досточки. Само собой, из досочек сделаем самый обычный верстачок. И с помощью верстака сделаю себе, наверное, уже первоначальный, так сказать, меч. Погнали, палочки готовы. И раз, два, три. Все, меч у меня есть. Ну что, корова, тебе придется быстренько убирать, потому что мне очень нужна еда в дальнейшем. Спасибо огромное за мясо. Ай, да спасибо огромнейшее. Все замечательно. Также, я думаю, сделаю себе, конечно же, обязательно деревянную кирку. Ну и, само собой, пойду в шахту, дабы добыть себе немножко себе камней. Я уже вижу, получается, пещерку вроде как, да? Да, смотрите-ка, пещера нашлась. Шикарно. О, тут еще и железо находится. Что? То, что надо. То, что надо. Окей, так, дерева у меня достаточно. Дерева у меня уже маловато. Я себе сделал кирку деревянную. Да, деревянная кирка у меня уже готова. Это очень хорошо. Быстренько, пожалуй, срубим себе немножечко камешка, потому что я себе хочу уже сделать каменную кирку, так как я хочу как можно быстрее избавиться от начального развития, от начального выживания. Полетели, быстренько выйдем отсюда и, конечно же, срубим себе еще немножко дерева с помощью нашего шикарного топорика, которого у нас нету. Мы еще его не сделали, вот в чем проблема. Поэтому давайте быстренько срубаем еще немножко дерева и сделаем себе нормальный, елки-палки, деревянный топорик. Получается, что нам нужно палочек еще немножко, шикарно. И, конечно же, делаем крафтим топор. Да, детка, получили. Деревянный топор еще, конечно, не самый лучший, но в любом случае дерево будет уже рубить немного побыстрее, что довольно-таки классненько. Собираем, собираем, еще раз собираем, идеально. Ну что же, досточки получили, палочки, конечно же, опять делаем. И, конечно же, теперь я уже смело могу далее отправляться. Хотя секунду, я забыл, самое главное, сделать себе новенькую каменную кирку. Наконец-таки, все. Полетели, дорогие ребята, вырубать здесь абсолютно все детали, которые мне нужны. Думаю, камешка себе еще немножко срублю. Секунду, я про факела забыл. А вот уголь бы мне найти. Если я его сейчас найду, это будет просто замечательно. Но пока что здесь его нигде я абсолютно, к сожалению, не вижу. Пока я бегу в поисках угля, вижу свинью. Это очень хорошо, ее обязательно нужно убить, чтобы получить себе нормальное мясо уже. Ну, наконец-таки, нормальная пещера. Елки-палки, здесь еще и скелет находится. Так, чувак, пожалуйста, не убивай меня, я тебя прошу. Я тебя просто умоляю, где моя кирка? Вот она, все, вырубаем все это дело быстренько. Я там вижу уголь. Он мне просто обязательно сейчас понадобится, братан. Тебе придется умереть от моего шикарного деревянного меча. Ну, погибай, на! Отлично, кости выпали. Ебой. Ладненько, все, шикарно. Мы с вами получили тот самый уголь долгожданный, который нам был нужен. Давайте еще немножко его дорубим. Мало ли, вдруг мне его не хватит одного всего лишь еще. О, убивают меня. У-у-у, какие. Я снова здесь, замечательно. А кто в меня стрелял, неизвестно. Еще одни скелеты, ну нафиг я, ребята, отсюда уже сваливаю. До свидания. Ну что же, время крафтить себе наконец-таки печку. Ура, дорогие ребята, давайте пожарим себе немножко мяса, потому что я уже более-менее проголодался, секунду. Уголь-то я с собой не взял, во дурак. Боже мой, здесь еще и крипер взрывается, пипец какой-то. Еще один крипер. Все, дорогие друзья, забираем с собой полностью весь уголь, который находится здесь. Ладно, шучу, не полностью, но хотя бы немножко обязательно с собой нужно собрать. Я снова здесь, давайте пожарим немножко мяска себе. Шикарно, все, самое главное подождать, и все будет готово. Оу, жареная свининка, то, что нужно с самого начала этого денька. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Потихонечку все это дело переплавляется, дорогие ребята. У нас, я думаю, то, что теперь пора отправиться за железом. Поэтому давайте, не торопясь, вернее, торопясь, срубаем быстренько все это дело с вами. И, конечно же, идемте в новую, непонятную, неизведанную шахту. Здравствуйте, я снова здесь, я снова с вами. Фу, блин, точно забыл себе сделать каменную кирку. Совершенно верно, давайте, отлично. Все, поехали. Мне нужно собрать с собой немножко железа. Господи, там опять-таки скелетон находится. Я отсюда вот, пожалуй, пойду. Ух ты, дорогие ребята, это же лава. Я думаю, тоже пройду немного вот сюда, и здесь уже становится темновато. Да уж, давайте сделаем себе, наверное, факела все-таки. Я думаю, то, что они мне ни в коем случае не помешают. Все, поехали. Освещаем территорию, освещаем железка. Я должен тебя найти срочно. Железа здесь нету. Обидно, пойдемте в другую сторону. Капец какой-то, что-то железо я не напасусь. Эй, свиньи, а свиньи, вы не подскажете мне, где здесь железо у вас находится? Во-во-во. Воу, полегче, здесь еще и зомбари ходят. Я, наверное, пожалуй, отсюда пойду. Целых два зомбаря, еще и скелет там идет за мной. Нет, все, до свидания. Вот он, еще один зомбарь, еще один там, пипец какой-то. Че у вас с пустом течет непонятного? Я, пожалуй, пойду, до свидания. Зомбарь, иди в жопу, я тебе сказал. Все, до свидания. Останусь-ка я, пожалуй, здесь, дабы переждать эту ночь. Фух, доброе утро, коровы. Пожалуй, мне придется вас быстренько поубивать всех здесь. Отлично, у меня есть еда. Голодным я точно не останусь. Восстанавливаем свои сердечки скорее уже. А что у нас там такое?
это же эндермен! Братишка, ты где там? А, вон, бегает где-то там. Вот он такой красивый, а? А ты ничего такой, чувак? Ой, он уже и близко. Ребята, он меня пытается убить. Срочно регенимся мясом коровьим. Отвали от меня, пожалуйста. Пошел вон. Иди в жопу, я сказал тебе. Пошел в жопу. Все, до свидания. Скоро я тебя убью, наверное. Я надеюсь на это, по крайней мере. Он куда-то исчез. Ага, он здесь. Ну-ка, иди сюда. Я тебе сказал, иди сюда. Получай. Все, 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 совсем чуть осталось. Целаться не будем, конечно, с тобой обниматься тоже. А вот убью на прощание тебя, конечно же, 100%. Я парень прожорливый немножко. Поели, погнали в шахту, где находится. Ну, в принципе, я уже в ней, да? О, во, железо, наконец-таки. О, я уже думал, не найду его сегодня. Эть, отлично, я здесь, здравствуйте. Как хорошо то, что у меня уже есть каменная кирка. Добываем полностью все железо. Хотя бы, наверное, вот столько, думаю, уже достаточно будет. Даже. Давайте, выбираемся отсюда скорее. Отлично, все, я пошел. Скоро буду уже на улице. Не прошло и 10 лет, как я снова здесь. Отлично. Ну что ж, печка, давай, помогай, переплавляй. А, секундочку, я уголь забыл. Бывает, бывает, конечно. Ладно, переплавим все это дело с помощью обычного дерева тогда. К счастью, топор у меня остался. Это очень хорошо. Все, я пошел. Пошел, вон, я тебе говорю, ребята, он мне сейчас, походу, дело убьет. Нет, я живой, слава богу. Погнали, все, переплавляем все это дело быстренько. Самое главное, это ждать, ждать и еще раз просто ждать. О, отлично! Ну что ж, дорогие ребята, я думаю, что на сегодня все. Если вам понравился такой Майнкрафт, то, пожалуйста, поддержите меня лайком, а также подпиской на мой канал. Кто этого еще не сделал, вы прям должны это сделать, чтобы новые ролики не пропустить. Также я вам советую посмотреть другие видео на моем канале. Я уверен, что вам понравится. Ну что же, всем удачи, всем пока-пока, увидимся в следующих сериях.